много ли видел на свете берез? Ты много ли видел на свете берез? Быть может, всего только две. Когда опушил их впервые мороз и в первой весенней листве, а может быть, летом домой ты пришел, и солнцем наполнен твой дом, и светится чистый березовый ствол в саду за открытым окном. А много ли рассветов ты встретил в лесу? Не больше, чем два или три. Когда на былинках, тревожа росу, без цели бродил до зари. А часто ли видел ты близких своих? Всего только несколько раз, когда твой досуг был презрен и тих, и пристален взгляд твоих глаз.